Добрый день. Привет! Смотрели НТВ сегодня новости, нет? Да. Не видели там песню «Питер»? Не видели. Это вчера было, что ли? Да. Ну, здорово. Наконец-то я добилась своего. Очень было обидно, когда я обращалась к тем людям, которые... Тише музыку сделайте, пожалуйста. Когда я обращалась к людям, от которых зависит, так сказать, морально-архитектурный облик города, они меня послушали, те люди, которые защищали нас от вышки «Газпрома» и так далее. Вот они меня послушали и не сделали ровным счетом ничего. Вот. И очень здорово, что сейчас до некоторых наконец-то дошло. И они показали хотя бы самое насущное из этой песни, из песни «Питер Никотин», которая вошла в пластинку. Хоть так я могла помочь тому городу, который очень люблю. Извините, что я опоздала. Я готова. Что нужно делать? С места в карьер. Мы выпустили альбом 9 числа, как обещали. Первый раз в срок он вышел, 9 сентября, называется «Армия 2009». О названии, точнее, о том, что я посвятила это название, по большому счету, вам и времени, потому что армия за 15 лет, она сформировалась, она, мне кажется, дееспособна. Я долго говорить не буду. Что касается пластинки, мне 12 песен. Ну а почему мы здесь все собрались? Потому что в этом году более... А кто здесь? Мне тоже интересно, да. Просто волею судеб так получилось, что... Видите, это место где-то не бывает. Вот. Дело в том, что мы с волею судеб в этом году расширили, так сказать, поле... территорию выпуска пластинки. Это не только CD, это даже флешки. Как сказать флешки по-человечески? USB? USB, флеш на копейках, да. Это во-первых, а во-вторых, плееры. А плееров нет? Нет. Нет, ну значит будут. Слава Богу, что мы выпустили диск в срок, и что 15-го сегодня в одной из филиалов компании «Просить», которая с нами решила поработать, чему я очень рада и чему говорю спасибо. Хорошо, что здесь то, что есть. Все, собственно говоря, мне больше сказать нечего. Здесь очень жарко. Давайте что-то я буду писать, вот, читать и так далее, и так далее. А на вопросы отвечать не будете, Диана? Почему нет? Давайте. Можно, да? На пару вопросов ответим. Мы, собственно, у меня будет писать надо? Потом. В практической части все как обычно. Да? С одной стороны проходим, через другую сторону выходим. Преимущество, понятно, сегодня имеют те, у кого флешка в руках. А можно посмотреть, как она выглядит? Да я не шучу, правда. Я сейчас так бежала по городу. Ладно, давайте вопросы, какие у вас есть. Когда концерт в Питере? Да, да. Думаю, весной, потому что... А где здесь флешка? Это толстый, да? Но ничего. А без очков еще не что-то. Можно снизить? Давайте. Вообще мне очень нравится, что в этом году тот дизайн, который я придумала, что он полностью сохранен, и что ему ничего не мешает. И, собственно говоря, это, мне кажется, первое такое удачное... первое удачное законченное лицо альбома, без всяких чужеродных элементов. Так что, в общем, я довольна, и я рада тому, что это... Ты меня научишь как-то? Вот, спасибо большое. Ладно, сейчас подарю. Ну что, что касается альбома, пластинки, то я надеюсь, что мы привезем ее весной, потому что осенью точно мы не успеем, сейчас в сентябре мы едем, начинаем тур с Екатеринбурга. Вот. Но есть очень хорошее в этом. Мы успеем отчеканить программу и привести ее в таком не сыром виде, а законченном, отточенном. А зная вашу взыскательность и ваше отношение к нашей группе, и ко мне в частности, мне очень хочется быть подготовленной. Поэтому весной будет очень жарко. Давайте писать буду я. Никто не хочет, что ли, потом? Нет, это... Не-не-не, девочки. Как вы планируете?
Я не знаю, что это.